прилетел из-за границы, сделай тест на COVID-19. Эпидемиологическая обстановка диктует свои правила. Тот, кто возвращается домой из других стран, должен выполнить ряд условий. Люди, прибывающие из-за границы, в течение 3 дней должны сдать тест на COVID-19 с помощью ПЦР. В течение 3 дней. И сидеть на карантине до ожидания результатов этого теста. Кроме тех людей, которые в последние 12 месяцев имеют вакцинацию и в последние 6 месяцев переболели ковид. Также в течение 4 дней необходимые документы, результаты теста или сертификаты нужно загрузить на портал госуслуги. Год назад существовал перечень стран, в которые выезжать не рекомендовали. Сейчас же из-за роста заболеваемости для всех стран установили единые требования. Если человек приехал за границу, у него показался положительный тест, но попадает в разряд больных, и уже тогда применяются методы карантина к тем, кто с ним живет, проживает. Это уже другое, это уже как он больной появляется на карантине, сидит. А пока не подтвержден, что он больной, да, то никаких карантинов для членов его семьи нет. С 8 октября изменилась форма регистрации граждан, приезжающих в Россию из-за границы. В заявлении на портале госуслуги скорректировали список необходимых данных о рейсе и личности пассажира. После заполнения анкеты выдают QR-код, который нужно предъявить инспектору в пункте пропуска при пересечении границы. Важно, что заполнение анкеты на портале освобождает от заполнения бумажного заявления. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.